погода нам не дала выловить большие уловы, но думаю, что в следующем году результаты мы видели. Крупная рыба цеплялась, но отрывалась, но бывает и такое, но слишком высокий променад у нас построили. Но... Так что это как дело. Сейчас минуточку внимания, значит, это как дело. Вот у нас глава администрации Константин Петрович будет вручать грамоты. Алексей Дмитриевич, медали. А я призы. Самый ценный Андрей Иванович. А я призы. Я призы. Он с призами. Так. Можно приступить к награде победителей. Начнем наше награждение. Грамотой награждается Хандина Мария в номинации «Самый большой улов» в соревнованиях на поплавочную удочку в честь дня рыбака 25-летия ООО «Юнис». Молодец. Грамотой награждается Ильина Юлия в номинации «Самый старший рыбак». Я поздравляю вас, вы самый старший рыбак. Всех благ вам. А уже висит. Грамотой награждается Аверина Мария в номинации «Самый юный рыбак». И удочку тебе. Грамотой награждается Козлов Николай в номинации «Первый улов». Грамотой награждается Шамановский Егор в номинации «Лучший рыбак». Вот, молодец. Молодец. Так, еще. Молодец. Грамотой награждается Крутик Анастасия в номинации «Самая крупная рыба». Вот, молодец. Как тащить? Хорошо? Молодец. Грамотой награждается Новиков Владислав в номинации «Самая маленькая рыбка». Где? Владислав. Новиков Владислав. Молодец. Самое главное лучшее. Молодец.